Штурм дворца Амина. Белый дом. Освобождение заложников на Васильевском спуске. Ростов-на-Дону, Чечня, Буденновск, Норд-Ост, Беслан. Мы были как пожарные, тушившие пламя террора. И мы, группа «Альфа», его потушили. Мой долг – рассказать подрастающему поколению, что это за люди, готовые пожертвовать собой ради спасения других. Это люди особого сорта, о которых я собираю материал для своей новой книги. Мы были готовы ко всему, поскольку, повторяю, наша основная задача – это вооруженный резерв всех этих мероприятий, то наша готовность была при необходимости среагировать на любое, что могло произойти, на любую провокацию, на любой выпад против наших, на любое возможное вооруженное нападение. От повара зависит выполнение боевой задачи. Извиняюсь, если ты приготовишь так, и люди, извиняюсь, с одного места сходить не было. Какая боевая задача? Мы все-таки получили разрешение на то, что это можно делать. И на стадионе политехнического университета, а это был фактически полностью там преподавательский состав наш, вот, их охраняли десантники. Ну, а мы выезжали, выставляли пулеметы по краям поля на подстраховке и играли в футбол. Так же 2 месяца были, нет? Да, да. Вот. И хочу сказать, что вот именно там, за речкой, испытываешь и сам себя, и понимаешь, кто чего стоит. Мы когда прилетели туда, нас сразу поделили по тройкам. Одна тройка сегодня готовит, завтрак, обед, ужин. На следующий день вторая, потом третья. На третий день я сказал, все, больше никто не готовит, только я готовлю. По жизни люблю готовить рыбу, мясо, пироги уральские. Сейчас супруга под моим контролем делает. И вот поэтому все хорошо. Это отдельная долгая история, потому что он пришел в группу чуть позже, чем я. Ну, к Владимиру такое отношение в группе было, в отделении. В общем, его назвали как мамочкой. То есть он такой хозяйственный, он такой деятельный. Если что-то нужно было приготовить, что-то убрать, что-то починить, смастерить, ну, кроме Владимира Владимировича, у нас сразу к нему «Володь, надо это, Володь, надо то». И вот на всех этих выходах, ну, учебных, боевых, вот он и главный повар, и главный боец, и главный разведчик, то есть один во всех лицах. 3 дня поели. Извиняюсь, непонятно что, потому что способности варить в полевых условиях практически ни у кого не было. Ну, банку тушенки вскрыть – это одно, когда полноценное сделать, там и первое, и второе, там и кашу сварить. Ну, я говорю, все, с 4-го дня я готовлю. Только с каждой тройки даете помощников, картошку почистить, воды принести. И все, до конца командировки волчья, собачья смена дежурства в окопах с 3 до 5 утра это была моя, потому что в 5 надо было уже готовить завтрак, чтобы в 7 часов накормить всех хорошей едой. Мы же действовали в составе пограничников, у них было свое, ну как-то тушенка с гречкой, я ее... Вот до сих пор не могу, в общем-то, так воспринимать. Горох с мясом можно, рис с тушеночкой можно, а вот гречку как-то с тушенкой я сейчас уже не ем. Картошку могу, потому что когда ты в течение 5 суток ешь ее в разном виде, она немножко приедается. Но это тоже своего рода школа. А повара уважают больше, чем вас. Всегда как бы на ступень выше, да, авторитет.
Ну, я бы сказал, да, потому что от повара зависит выполнение боевой задачи. Извиняюсь, если ты приготовишь так, и люди, извиняюсь, с одного места сходить не будут. Какая боевая задача? Вот. А так, пища должна быть полноценной, пища должна быть здоровой и, самое главное, безопасной. Потому что врачей реально с нами не было. Базировались все-таки где-то там с погранцами, где-то в каком полукапитальном, по крайней мере. Нет, нет, это на территории России, когда мы находились. Так, а там какие бытовые условия? А там никаких бытовых условий. Там горы, окопы, ну, плащ, накидка и все. Вот мы, наши как бы группы были в разных местах. То есть по территории. Там кто-то в Анхое был, кто-то еще там в других местах. Мы были на Памире. Ну, вы сами себе рыли там, блин, сами, да? Рыли. Землянки? Сами рыли. И самое, с одной стороны, скверное, то есть на какую бы мы позицию не переходили, копали снова. Независимо от того, там день находишься или там два дня находишься, все равно копаешь в полный рост. А там же не песок, там камень. Когда мы были в этой же, теперь уже в стажировке, в 83-м году, то когда нашу позицию мы оборудовали на небольшом такой возвышенности, нам там указали позиции, дали команду подготовить ее для возможного отражения нападения, значит, бандформирований, когда уже сумерки наступили и по этой позиции начали летать трассирующие пули душманские, и некоторые из них залетали в траншею, их было видно, но они уже на излете. Я тогда понял, почему нам раньше не сказали о том, что траншея-то вырыта, почему именно не по прямой. А потому что пуля, залетев в эту траншею, она, вот, попадая вот в этот угол, она теряла свои убойные силы. Это впечатляет. У нас вот первое задание было, так скажем, когда мы из Кирков перелетели в Афган. Это место, где Иран, Союз и Афганистан. Вот, Кирилли Ильяс, местечко такое. И там должна была пройти мотомодерная группа, по-моему, с Байкальского откуда-то округа ребят пришли. Вот. И мы должны были протаскивать с ребятами с ДШ. То есть нас на вертолетах выбрасывали на сопку вперед. Мы там смотрели, зачищали, следили за этим делом, пока колонна проходит. Мы опять на вертолете и чуть дальше. И таким образом, как в шахматном порядке, нас закидывали вперед для того, чтобы зачищать эту дорожку. Ну, без юмора-то у нас никогда ничего не бывает. А у нас наши каски были тиковские вот эти. Вот. Но они вроде как зелененькие, а там же песчаные, хоть и ноябрь. Ну и нам посоветовали, мы мешковины их обернули, вроде как все хорошо, ничего не видно, все нормально. Но интересно, как колонна-то идет. Ну и у нас кто-то из наших так и выглянул из-за укрытия, как там колонна идет. А там же тоже ребята, наблюдатели, смотрят по сторонам. И одному приедет, что духи там. Мешковины. Да, да, что-то вылезло, значит, не то челма, не то еще челма, тряпка да, какая-то там. Ну и немножко постреляли. Ну, так удивились сначала, потом, ну, так полуштепа серьезно, говорят, ребят, подраться, все, свои, говорят, все нормально. Мы были как раз ноябрь-декабрь, достаточно прохладно, еще спальные мешки, причем спальный мешок наш, советский, ватный, такой тяжелый, чуть-чуть, если влага, он очень тяжелый становится. Это сейчас вот эти замечательные спальные мешочки, которые маленькие-маленькие, 300 грамм весят и до 30 градусов держат. Тогда этого не было, поэтому ко мне никому не надо. Да было достаточно. И так хорошо. Причем у нас был случай, когда наш инструктор по стрельбе, Гриша Золотовский, ну, царство ему небесное, мы как раз в Афганистане были вместе, ну, в одной, в одном замесе, скажем так. Вот. И перед выходом на ту сторону у нас были десантные рюкзаки, и надо было их как следует экипироваться. То есть это БК и еще. И вот как-то, значит, все это забили полностью под завязочку. Вот. Ну, и Гриша говорит, слушай, ребят, помогите, говорит, мне их одеть. Ну, ему там одевают рюкзачок. Ну, и сесть он пускает. Он стоит, его назад и тянет. Он говорит, так, Вася, ну-ка слезь ты с меня. Ну, что, ну как же я пойду-то? Оборачивается, а Васи нет. Это просто рюкзак такой. Говорит, да, говорит, понятно, все хорошо. В связи с подготовкой надо дружить. Когда мы вышли на трое суток попали, вот эти все трое суток и таскали. Не просто жили, мы воевали. Самый простой пример, штрих небольшой. Нас десантировали на одном из мест. И нужно было срочно окопаться.
Земля оказалась каменная, глина, которая застыла, нашими лопатами. Взять ее практически невозможно. В следующий раз взяли с тобой туристические топорики, приличные очень. Не там, где грунт был тяжелый. Использовали их для того, чтобы можно было нормально подготовить хотя бы там, вот, хотя бы относительно примитивный окоп для защиты. Кстати, очень выручало. Там была база, где у нас стояли палатки, куда мы возвращались после рейдов, там погреться, перекусить, отдохнуть и к новому рейсу готовиться. А так это обычно в земле выкапывали яму, сшивали плащ-палатки, 4 штуки, как правило, накрывали сверху и вот вниз туда под эти палаточки и там ночевали. Слушай, ну а как там с пищей, не знаю, с водой? Не, ну с пищей, с водой. Я не знаю, там, для меня Афганистан, знаешь, там, это пустыня, нет деревьев, соответственно, нечего разжечь костер, не на чем подогреть, там, что, как вообще? Нет, готовили мы на паяльных лампах. Керогаз. Паяльная лампа, бензин, специальная такая труба, тренога, ставишь. Ламп, ну, это мне знакомо. Ты там накачиваешь давление, да, и все, и как лампу. Газовая конфорка работает. Ну, воду брали с собой. Вот. Но у нас там в горах были ручьи, в принципе, там можно было набрать. Вот. А еду тоже с собой. Сколько унесешь, столько унесешь. Потом только вертолетами. Когда летят наши боевые вертолеты, Ми-8, там, крокодил, я сразу вспоминаю этот звук Афганистана, потому что звук вертолета, его ни с чем не спутаешь, и это, я бы сказал, звук надежды, потому что вертолетами нам доставляли и воду, и боеприпасы, и делали эвакуацию. То есть это реально вертолет, это надежда. Конечно, когда после 20 суток пребывания под открытым небом нам дали возможность отдохнуть в помещении на бетонном полу, это было блаженство. Спальный мешок был самым замечательным матрасом. Вот. Я должен заметить, что почему говорю, что решение, на мой взгляд, было исключительно правильным. Мы вернулись еще чуть-чуть другими, более подготовленными, более способными быстрее, лучше решать вопросы, которые прямо возлагались на наше подразделение. А как вот вы относитесь вообще вот к таковому афганскому синдрому? Потому что я вот много как бы вот слышал, у меня много друзей афганцев. Что под этим подразумевается вообще афганский синдром? Потому что понятие это есть, а люди понимают по-разному. А ты что имеешь в виду, афганский синдром? Ну, я его конкретно имею в виду, что вот человек, который прошел, ну, какие-то испытания, где-то видел смерть, может быть, сам убивал. Ну, так скажем, повоевал. И у него есть, ну, некое такое... Это психологическое заболевание. Вот я об этом и говорю. Если с этой точки зрения... Ну, не мне тебе рассказывать. Ты на этом кандидатскую защищал как раз восстановительный процесс как раз после этого синдрома, после боевых операций. Ну, все-таки, знаешь, я думаю, что это выражение, оно искусственно созданное. Вот я многих афганцев знаю, те, кто по полтора года там пробыли, больше, у них каких-то сдвигов психических нет. Это все зависит от того, в каких подразделениях они там были. Извиняюсь, наркоту жрали, не жрали, то есть сдвиг. Но вот у меня реально хороший друг, если он был медбратом в воздушно-десантных войсках, через него прошли там десятки, сотни. И погиб, и убитых, и раненых. И раненых так, что он исковерканных. Вот. Но он нормальный человек. Как сказал один человек, идя на войну, убивают все. И тот, который защищает, и тот, который нападает. Но мотивация у каждого своя. Один вынужден убить для того, чтобы защитить свою родину, свою мать, свою семью. А другой идет ради того, чтобы убить. Причем они же могут быть и на одной стороне даже окопа. Мотивация разная. Вот это страшные люди, вот, не дай бог. И я не знаю, таких людей в группе я не знаю, чтобы были.
Мы, кстати, у себя на объекте сделали своими силами баню, которая пользовалась достаточно большой популярностью среди наших каскадеров. Был целый даже график составлен, когда они к нам приходили. Вот это, кстати, была одна из возможностей. Я говорю, это отдушина для нас было. Потому что, возвращаясь со спецмероприятия, то вот тогда точно это очень сильно способствовало восстановлению и очень сильно способствовало тому, чтобы снимать напряжение. Футбол, да, да, так, такие эпизоды были у нас, конечно, не каждый день, но я, когда впервые такой вопрос возник, мы все-таки получили разрешение на то, что это можно делать, и на стадионе политехнического университета, а это был фактически полностью там преподавательский состав наш, их охраняли десантники, ну а мы выезжали, выставляли пулеметы по краям поля на подстраховке и играли в футбол. Между прочим, замечательно, всем очень нравилось. Не, ну я люблю футбол, но я не в такой степени там профи, да. Ну, Николаевич, он, да, он любитель тоже футбола. Он там, наверное, один из немногих, которые бутсы были почти что настоящие, когда ходили иногда в футбол играть. Да, наши баталии были очень, очень, очень такими, ну, я бы сказал, иногда очень серьезными. Вот. Лукавить не буду. Вот. Был момент, когда пару матчей проходили на ящик Кока-Колы. Кто проиграл, тот покупал. У нас было очень жестко и строго с сухим законом, поэтому вот мы в этом случае вместо этого использовали прекрасную возможность. Вот, распробованную во время Олимпиады Кока-Колу и Пепси-Колу пить там в свое собственное удовольствие. Все люди разные, все по-разному воспринимают. И для кого-то это может оказаться испытание, которое, ну, человека сделает, ну, круче, лучше, там, сильнее. Сильнее, а кого-то убьет, слабого убьет, вот так вот скажем. Мудрее. Слабого с точки зрения психики, наверное, оно убивает. Согласны вы со мной или нет? Думаю, что да. Некоторые, ну, для этого не приспособлены. Леш, ну согласись, еще и с другим. Вот многие там говорили там про дедовщину в армии там, или еще что такое. Не знаю, это мое мнение, что в любом случае зависит от человека. Да, были всякие разные перегибы где-то, наверное, конечно, дураков везде хватает. Но если у человека нет собственного стержня, неважно, в армии, в школе, в институте, во дворе, в компании, его все равно сделают крайним, если он сам не сможет за себя постоять. 30 лет как праздновали? В день моего 30-летия устроили маленький сабантуй. Вот все, кто мог, не был занят на боевых операциях, а это было человек, наверное, 25. Ну, ближе к 30, как раз к моему 30-летию набралось такое количество, место позволяло. Вот, приготовили очень-очень шикарный шашлык. Ну и сопутствующие помидорчики, огурчики, бананы экзотические и всякие прочие другие такие вещи. И мне этот день рождения вот запомнился, наверное, ярче любого другого. Хотя были более масштабными, более, скажем так, пафосными, но этот день мне дорог как один из дней, который я провел, день рождения, который я провел в кругу своих настоящих боевых друзей. Кто им скажет, сколько третье там отделение, железнодорожный транспорт и так далее. Нет, ну это не значит, конечно, что мы только самолет. Нет, мы все равно и тренировались на самолете, и в автобусе, и в квартире. График у нас был такой, сутки дежуришь, следующий день выходной, и через день ты выходишь уже на учебную смену, где выезжаешь на разные полигоны, и потом снова заступаешь на сутки. То есть это в мирное время. Но мирного времени с 1988 года подразделение не знает.